Все больше мужчин, в том числе занятых в сельском хозяйстве, уходит на фронт. А здесь еще погодные условия усложнили выход тяжелой техники в поля. Мобилизовать все оставшиеся силы на сбор моркови. С такой инициативой выступил цех растеневодства ЗАО «Совхоз имени Ленина», который возглавляет Зоя Ивановна Целыковская. Ее одобрил и поддержал директор народного предприятия Павел Грудинин. Он и сам присоединился к своим работникам. Ранним утром бухгалтера, экономисты, инженеры, электрики вышли на сбор моркови. Работа шла, как говорится, с огоньком. План был выполнен. Сколько уже набрали, Павел Николаевич? Контейнеров? Да. Штук 10 минут набрали. Контейнер 800 килограмм, значит 8 тонн. Перекур 15 минут! Как иначе могло быть? Ведь главной задачей накормить россиян вкусной, здоровой, экологически чистой сельскохозяйственной продукцией была и остается самой приоритетной для ЗАО «Совхоз имени Ленина». В ее качестве вы можете убедиться сами, посетив наш фирменный магазин по адресу «Совхоз имени Ленина», дом 4А. С вами был Дмитрий Мартышенко, ТВ «Совхоз». Поддержите нас лайками, репостами, комментариями и донатами. За все спасибо. До скорых встреч. Саш, запаковывай.